сканирую ауру. Я тоже. Пока пахнет шашлыками, непонятно. Нет, тоже можешь за руку подержать меня. А я подготовилась. Нет, ты подержи за руку, нормально будет. Где твоя рука? О, холодные руки. Я крем для рук взяла с собой. Я могу согреть, кстати. Что? Да, но это мы на потом оставим. Ну ладно, хорошо. Блин, почему на мне нет тоже маски? Ну ладно. Я просто боюсь темноты, поэтому, если что... Не курит, сигаретами руки не пахнут, хорошо. Ты ошиблась. Ребят, представь... Он худой. Он худой, у него худые руки. Боже мой. Худые руки. А трогать... А ты что хотел вообще? Руки кремом намазать. Мне? Давай, да. Маш. Можно? Конечно. А уже можно? Да, еще конечно. Уже началось? Ну, если... Да, руки намажь, пожалуйста. Тебе качка надо? Бля, ты что делаешь? А почему так быстро к этому перешло? А мы, как бы, знаешь, времени даром не теряем. Только я зачем пришла сюда? Не шоу, а дрочь-салон, я в шоке. Чуть-чуть. Надо было сразу... Он очень худой. Его надо откормить. Угу. Ну ладно. Хачапури, судя по тому, что он твой брат, надо откормить. Хачапури, хинкали, вот это вот вся эта история. Что делать? Что мне делать в этом шоу? Я уже здесь лишний, тут все липкое теперь. Так. Хорошо, ладно, я хотел спросить, чем в жизни занимаетесь в целом? Но я... Собственно, уступлю место. Вот это действие, оно со звуком. Вы понимаете, что... Брат, типа, брат. Так не слышно, но в голове у меня... Это тоже руку надо. Вот такая ситуация. Да, я знаю, я хотела ту-ту сделать. Брат. Хорошо, расскажи, пожалуйста, давай, Илья, как чисто мужская солидарность. Расскажи, пожалуйста, помоги начать шоу. Чем ты занимаешься? Блин, не могу сейчас, подожди. Ты сконцентрируйся. Такое часто в нашей семье будет, ты сконцентрируйся. У этого процесса есть концовка или ты должна стереть в пыль руку? Не, ну он может говорить. Он не может говорить, он отупел. Ну ладно. У него вся кровь в руку ушла, все. Давай. Короче, у меня IT-компания своя, вот мы занимаемся рекламой и разработкой сайтов. Хорошо, у тебя IT-компания, отлично. Алина, что скажешь про себя? Я блогер всея Руси, фэшн-инфлюенсер, у меня свой бренд одежды, и вообще я управляю этим миром. Буду рекламировать тебя. О, как круто! А на тебе платят твоего собственного производства? Да. Ага, окей. А вот эти украшения? Нет, это не мое. Но, надеюсь, муж подарит. Да. Это я, что ли? Прикиньте, я ни на что не намекаю, конечно. Да, да. Ну, а ты любишь подарки? Ты любишь получать или дарить? Да, я меркантильная сучка, да. Да? То есть ты любишь получать подарки? Сразу да, минус. Я очень люблю дарить, но, к сожалению, никто меня не переплюнул. Вот я больше дарю, чем получаю. О, а что ты самого крутого дарила, расскажи. Шопинг в Милан и вообще вот эту вот всю сказку. Очень красивая была. Это парню ты такое устроила? Да, 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 да. В смысле? Было очень красиво. Ты ему сказала, все, мы летим одевать? Ну, прям сюрпризом, прям вот этот самолет. Вот, записки, вот мы летим, и вот все, карта желаний, все. А ты с ним до сих пор в отношениях? Нет, мы разошлись, его в тюрьму посадили. В тюрьму посадили? Да. Ничего себе, ты его приодела. Да. Перед тюрягой, самый модный зэк. Неплохо. Ты его навещала? Нет. Почему? Я что, на дуру похожа? Короче, не было абортов, не была я замужем и не беременна. Да, тут колготки, кружевные. Я вообще очень тактильный человек. Я хожу 3 раза в неделю на массаж, чтобы меня потрогали, пообнимали. Я очень тактильная. После «Дома 2» мне ничего не страшно. Господи, если ты там то был, то... Так я там был. Бог ты мой. А, «Дом 2». Ага. Как-то ты слишком спокойно себя ведешь. Это что-то какая-то история есть, да? Если она будет так меня возбуждать, то... Надеюсь, это не Венцеслав сидит справа. Господи, блядь. А ты знаешь, я в церковь сходила, вообще-то перешел. Ты не знал? Серьезно? Насильно? Да. Тебя оттащили? Меня подписчики отправили в церковь. Сказали, сходи к Матроне, точно поможет. И вот через 2 дня шоу. Я вот верю, что вот мой суженый здесь, надеюсь, не Венцеслав. Подожди, а ты в церкви свечки за суженого ставила? Да. И все, и только? Только 3 свечи за суженого. Илюх, на самом деле, более-менее, как бы, зрители, я в том числе... Выкупили прикол Алины, понимают, что она уверенная в себе девушка, знает себе цену. Вот по поводу тебя что-то пока непонятно, ты очень загадочно себя ведешь. Что-то тебя смущает? Ты как вообще, брат? Да не, нормально. Все хорошо? Я вообще шикарно. Ладно. Чисто. А ты тактильный, да? Тебе окей, что тебя трогают бесконечно? Бля, ну что делать? Она меня сама за руку берет. Но тебе нормально? Да.
Волосы да. есть, слава богу. Скажи, пожалуйста, Илья, что ты можешь дать девушке? Себя. Ага. Это сильно. Просто как кит выбросится в ее жизнь и все? Да. Нет, давай конкретнее. Туда прям залететь. Да. Скажи, что тебе важно в девушке? То самые важные качества для тебя. Скромность. Главное, чтобы она не была меркантильной в плане... Илюша, это не про нас. Да. Хорошо, чтобы... Боже мой, я... Ладно. Тебе не нравятся такие, типа, принцессовидные девчонки, правильно? Ну, вообще нет. Вообще не нравится. Какие тебе нравятся? Чтобы она была домашняя, заботливая. И в халате. Вечерами, короче, мне дело приятное. Что делала по вечерам? Приятное. Умеешь делать приятно вечерами? Ну, хорошо. Хорошо. Ну, давай так, давай сегодня, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Алина. Уставший, заработал кучу денег. Илюха вернулся домой. Куртку скинул на пол. Рюкзак, все. Айпад на зарядку поставил. Очень уставший. Да. Вот ты, как его девушка, что будешь делать в этот момент? Как ты встретишь уставшего охотника, который пришел домой? Если мы рассматриваем эту историю, вот он пришел. Мы сначала берем курточку. Мы ее кастомим, она такая, чтобы дизайнерская, чтобы он завтра на работу с кайфом пошел. Потом мы просто моем его ноги, делаем массаж тайский, гималайский, и потом... Эротический, да? Это подожди на потом. А. Да это все, Илюху как сбили с самого начала все, шоу. Уже так, шо, уже кремом я уже показала, что массаж как бы в нашей семье, да, вот как бы это как бы гарантированно. Да. Вот. Мы делаем массаж, мы моемся, и потом вкусненький ужин, и потом чам-бом-бом-бом. И как бы и дети. Мне как представил сейчас, это просто... Надеюсь, он не в шоке. И готов жениться. На, я тебе кольцо уже подготовила. Держи. Мне? Да, так держи. Так я должен первое кольцо так, подарить. Так, ну я сразу подготовила. Да. Держи. А скажите, пожалуйста, ребят, Илья, у тебя есть какой-то персонаж фильма или существующий человек, на которого ты равняешься, который тебя вдохновляет, который для тебя по-настоящему примером служит? Есть, короче, такой персонаж, фильм «Отбросы», «Голяк», вот, «Винни». Да. Ну, у меня тоже биполярочка бывает. Поэтому... А, у тебя биполярочка? Да. И какие в тебе сочетаются личности? Личности? Да. Я бываю конкретные, а бываю неконкретные. Вот так. Это ты крейзи, чувак. А поподробнее можно как-то? Сейчас. Мне просто бывает нравится, ну, допустим, так, а завтра будет не нравиться так. Ну, то есть у тебя один день по одному, а другой день по другому. Да. Попрактиковать. Ну, короче, надо... Ну, это практика, все происходит. Ну, да. Можем как-то начать практиковать. Вот сегодня так, завтра по-другому. Сегодня практика будет по-любому. Да, вот сегодня как будет? Вот сегодня как будет? 6-9. Устраивает? Это как? Я не понимаю. Так, хорошо. Ой, мальчики. Илья, ладно, все, я молчу. Ты скажи, вот ты вот в общении с девушкой, да? Ты более таких традиционных ценностей такой, я мужик, я главный, я руковожу. Или ты больше на компромисс, или вообще просто инициатива на девушке, а ты в целом согласен, если она шарит? Ну, на самом деле, как бы, главное, чтобы это все было, короче, обоюдно. Потому что последние отношения, у меня были отношения с эскортницей, вот. Правда? А я не ожидала такого ответа. Ты ж против меркантильности. Как так сложилось? После этих отношений у меня сложилось то, что я не хочу быть с таким человеком. Ну ладно, слава богу, я не такая. Где твоя рука? Да, ну все. Хорошо. Вот. У меня были просто отношения с эскортницей, которая изначально себя показывала как очень офигенный человек. Вот. Так эскортницы вообще-то офигенные, иначе их не брали бы. Только они делают... Я не могу материться или нет? Да, можно. Вот, минет охуенный, а на самом деле, по факту, в душе они вообще пиздец. Реально, ты в этот момент про душу ее думал? Слушай, не с тем запросом. Слушай, ну на самом деле, я сначала оцениваю девушку, может, это не совсем правильно. По кентусам? Сначала оцениваю по внешности, а потом ее внутреннее состояние. Да? Да. А, ну окей, хорошо, хорошо. Так, ладно, тогда спрошу еще Алину. Алина, да. Скажи, пожалуйста, наверняка для тебя немножко необычное обстоятельство там.
ты человека не видишь, и, ну, я могу только трогаешь его бесконечно. Волосы, я знаю, есть. Хотя по тебе не скажешь, что тебе некомфортно, как будто тебе очень комфортно. Ты реально просто как будто к аватарам человек попал, и она просто вообще всего облапала. Волосы только потрогала. Там волос нет. Скажи, пожалуйста, у тебя были отношения в жизни? Естественно. Да? Да. Хорошо. Логично. Почему не задалось? Девочки, он сказал да! Кольцо. Я что-то заактивировала? Извините, что? Пожалуйста. Он мне кольцо одел на нужный палец. Ну все. Были ли у меня отношения, почему не задалось? Да, да. У меня были отношения последние на проекте «Влюбись, если сможешь» на канале ТНТ. Если кто смотрел, фанаты. Нет таких, спасибо. Только что перед глазами популярность пролетела. У-ху, фанаты! Почему не задалось? Потому что у нас не сложилась вера. Это, к сожалению, есть такое дело. Это что-то типа гороскопы? Это типа человек был мусульманской веры, Кабардино Балкарец, я была другой веры. Да. Это были сейчас, надеюсь. Ну, это просто братья услышали что-то родное. Вот, и, к сожалению, в плане веры мы не сошлись. Но мы какое-то время после проекта встречались. Все было настоящее, искреннее, все на самом деле так и было, без сценария. Окей, а ты рассталась с ним или он тебя расстался? Это было обоюдно. Ага, никакого негатива не осталось? Остался. Да. Козел! Это обоюдно, очень взвешенно, сука, вонючая козел. Илюх, а ты не мстительный человек, не злопамятный? Ты когда-то был случай, что ты отомстил кому-то? Можешь рассказать? Нет, никому не отомстил. Хорошо. Ты вообще... Бывают моменты, когда ты экспрессивный, ты взрываешься, можешь удивить кого-то? Ты вот такой прям сгусток энергии. Есть такие моменты в жизни? И почему это не сегодня? А мне просто слишком сильно это перевозбудило, поэтому... Нет, я еще не старалась. Ну ладно, хорошо. А вы озабоченные какие-то? Можно? Давайте уже, ладно. Уже вообще не пошел. Просто вот вы озабоченные оба. Да нет. Нет, просто давно не было. Так нормально. Обычно. У нас просто давно не было. Да. Вы уже у нас. Вы уже вместе. Мы уже как бы... Да, все. Все, ладно. Тогда я не буду вас задерживать, ребят. Я понимаю, что у вас есть какие-то дела. 100%. Я вам сейчас даю карточки в руки. В правой руке будет карточка «нет». Нет, в правой будет «да». Да, а влево «нет». А влево «нет». Отталкиваясь от ваших ответов и того, что вы услышали, вы можете, у вас может сложиться какое-то, может быть, неполное, но первое такое впечатление друг о друге. Отталкиваясь от этого впечатления, вы бы увиделись еще раз? Если «да», правая рука, если «нет», левая рука. На счет три, пожалуйста. На счет три, пожалуйста. Раз, два, три. Ты его целовал, ты дурак? Так, оба ответили «да». Поздравляю, можете снять маски, пожалуйста. Это уже видно. Блядь, очень страшно. Чего? Жесть. Я правильно? Да. Ой, поймай, пожалуйста. Слава Богу, Господи, всего. Нормально. Да, все, давай. Я так тебя представлял, на самом деле. Я так, ты знаешь, да. У меня там ресницы, подождите. Не, кстати, ничего не попортила. Не трогай, не портила. Офигеть. Не, у тебя все аккуратно сразу. Реально. Потому что я хотела быть красивой, а ты так красивая. Да. Так, ну что, ребята, так ли вы представляли друг друга? Это очень смешно было. Спасибо тебе большое. А что ты красный стал? Ты мне кольцо одел вообще-то. Вот так выглядит Алина, что скажешь? Ой, я извиняюсь. На, короче, тебе. Вообще-то классный парень. Блин, я сейчас расплачусь вообще-то. Ага. Девочки, вы рады? Да! Блин, ну вообще-то мило, да? Скажите, мы смотримся? Да! Жесть, да? Жесть, ты в шоке? Кошмар, ну давай еще раз друг на друга посмотрим. Но это еще ничего не значит, подожди. Ну да, конечно, выйдем. Спасибо. До свидания. Ну, короче, мы застеснялись. Что понравилось в ответах Ильи? Мне понравилось, что он очень спокойный. Как раз вот это вот сумасшествие. Нужно вот спокойного человека. Вот, вот такого. Мне понравилось, что он не велся на провокации, которые ты ему давал. Я все их отследила. Да. А, например, что, прости? Какие были провокации? Мне реально интересно. Были манипуляции, провокации были. Но какие? Я не хочу тебя топить, как стендап-комик. Не, топи, с кайфом топи. Не. Говори, говори. Ну, как бы на свадьбах такое не делают. Не, скажи. Нет, короче, еще что мне понравилось. Его спокойный голос. Мне понравилось, что он мне не давал к нему приставать, что как бы я за руку подержала, а дальше вот волос не разрешили идти. Это очень тоже хорошо. Ты что скажешь, что тебе понравилось, что не понравилось, может быть?
Ебанутость понравилась мне. Не было. Не, да. Ну честно, была ебанутость, ну, все равно. Да, немножко это... кринж какой-то, ну, был. Кринж. А внешность так и представлял себе девушку? Яичница в форме колбаски будет. Бля. Я честно в шоке, что так стесняешься ты, реально. Отлично, ваши аплодисменты, наша первая пара. Спасибо большое, это были Илья и Алина.